Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. И сегодня у нас обзор на репчатый лук сортов Штутгартен Ризен и Ред Барон. Сорт Штутгартен — проверенный сорт, и наша семья сажает его много-много лет. А вот Ред Барон — это новый сорт для нас. Посажен лук был в День Победы 9 мая 2020 года. По количеству не считала, по площади 0,1 сотки Ред Барона и 0,2 сотки Штутгартена. На практике это 1,2 10-метровых грядки соответственно. Рос лук прекрасно, отлично перенес все погодные сюрпризы сезона 2020 и ничем не болел. Уход за культурой минимальный. Систематическое рыхление и полив по мере необходимости. За месяц до уборки вообще не рекомендуется поливать для хорошей сохранности в зимний период, но практика показала, что это все лирика. И самое главное, после уборки лук хорошо просушить. А хорошо просушить его можно только в подвешенном состоянии. Уже 30 июля лук был убран. Урожай составил 90 кг у Штутгартена и 50 у Ред Барона. Гнилого лука практически не было, хотя всю вторую половину июля шли проливные дожди. На состояние середины февраля лук хранится хорошо. У Ред Барона не сгнила ни одна луковица за весь период хранения. У Штутгартена сгнило 10 луковиц и 20 луковиц проросли. Всем настоятельно рекомендую к посадке сорта лука Штутгартен Ризен и Ред Барон. Это отличные сорта, которые хорошо растут, требуют минимальный уход и прекрасно хранятся. В сезоне 2021 уже закупил партию севка этих двух сортов. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!